Ребята, всем привет! Вы на моем YouTube-канале. Сегодня я снимаю для вас маленькое видео утром. Я сейчас готовлюсь к онлайну. У меня скоро онлайн. Через 39 минут онлайн начнется. Вот, я только покушала. Вчера делала и монтировала где-то до часу ночи. Вот так вот делала, монтировала видео. Обзор бисера, она уже, кстати, вышла. Вот. И что? И учила уроки. Вот сегодня также, в принципе, буду. Сделаю еще опрос в Инстаграме, который говорила, что сделаю в конце видео. Там, где обзор бисера, я в конце говорила, насчет чего сделаю опрос в Инстаграме. Поэтому переходите где-то вечером, около 4. Вот, и я кину опрос в Инстаграме, в истории это будет. Вот. Что еще рассказать? Сейчас донести уже ноутбук. Вот. В принципе, сегодня в основном ничего делать не буду. Вчера, кстати, ходили в магазин. Купила вот такую скорбинку. Вот. И конфеты. Вот такие вот очень вкусные. Juice Mix называется. Тут есть вишня, апельсин и сейчас и лимончик. Вот три таких вина. Очень, кстати, вкусные. Вот мне самое больше нравятся вот эти и вот эти. Хотя она и кисленькая такая, но она вкусная. Очень вкусная. Они такие как сосательные идут. Вот. Есть еще, кстати, сейчас вы выпустили новинки Juice Mix, только шоколадные, то есть полностью в шоколаде, а внутри начинка, то есть джус внутри. Вот, джем. Такой же наполнитель, как и здесь, то есть вишня, лимон и апельсин. Только они шоколадные. Вот такая вот у нас сегодня погода. Вот. Фу, это такое на огне. А, это такие, ну, как сказать, и солнечно, и не солнечно. В этой стороне солнечно, хорошо. Вот в этой стороне солнечно, а в этой стороне не очень солнечно. Тут тоже более-менее, ой, тут тоже более-менее солнечно. В квартире 29 градусов, не очень мало и не очень много. Вот. Еще хотела показать, ребят, мы вчера купили еще вот такую лопаточку, потому что собралась вчера, нет, позавчера жарить блины, а лопатки нету, пришлось купить вот такую, вот, дорогая, но хорошая, вот, берушь так, и хоть она еще гнется, ну, она такая вот хорошая, прям под цвет кухни, так положишь и не найдешь потом. В принципе, ее видно, но если бы она была не объемная, то ее бы не было вообще видно. Вот. Ну, в общем, все, ребят. На этом блог заканчивается. Всем пока-пока. До новых встреч. И я думаю, сегодня видео никакое не будет выходить. Завтра, думаю, выйдет. Ну, пока-пока.